В рамках проекта Александра Карелина «Спорткоманда. Спорт. Здоровье. Успех» продолжается онлайн-турнир по броскам, в котором принимают участие воспитанники спортивных школ со всей России. Теперь в числе лидеров онлайн-турнира воспитанники с дюшор номер 7 города Сочи Давид Григорян и Роберт Габуев. Продемонстрированная ими техника получила высокую оценку жюри, состоящего из тренеров по греко-римской и вольной борьбе, самбо и дзюдо. Кстати, на очереди еще один громкий проект для всех желающих привести себя в порядок к лету. А их точно будет немало. На спорткоманде 10 февраля в группе «Тело к лету. Трансформация» стартует одноименная онлайн-реалити.